«Россия» — так называется скульптура, которая украшает павильон из чугуна, созданный знаменитыми уральскими мастерами художественного литья в конце прошлого века. Большой вкус и мастерство отличает работу русских умельцев. Сейчас этот павильон реставрирован и установлен в Свердловской картинной галерее. Реставрацию произвели нынешние мастера каслинского литья, те, кто продолжает и развивает традиции народного творчества.